Здравствуйте. Матч-то вроде уже закончился. Почему на базу не едете? Да, мне совесть не позволяет, когда мой начальник еще трудится покинуть рабочее место. Молодцом. Вы знаете, был у меня один игрочок, Миша Косолапов. Тоже тренировался с утра до ночи. Прямо спал на поле. Ворота ляжет и спит. И что, вы его сделали капитаном команды или повысили ему зарплату? Место ему выбил в общежитии. Чего ж как дурак спит на поле? Кошки простудит. Ну, что? Где? Давай, мастер. Плесни ветерану, чтобы рук не менять. Чтобы попасть на чемпионат Европы. Ой, вот хорошо. Вот я тоже так любил с футболистами в тренерской сесть. В неформальной обстановке. Часто они ко мне приходили. Чересчур, видать, часто. Вылетели мы тогда с треском. Я лечился долго. Печальная история? Это не печальная. Вот я сейчас расскажу печальную. Как я в молодости, в стенке, не прикрывшись руками стоял. Ну, давай. Ну, чтобы попасть? На чемпионат мира. Хорошо, Александра. Я Галина. Ну вот была же с утра хорошая идея. Повесить вам всем номера. На спину. Ну, давай, Галина, с себя тост. За нашего нового начальника. Ага. Мудрого, энергичного и справедливого Пал Палыча. Хорошо сказала. Душевно. Ну что, будем говорить по душам? Будем. А по душам это как? А по душам это... о футболе. Ты поправишься. И снова будешь кататься на лыжах. Лучше всех. И быстрее всех. А я буду рядом. Выйдите немедленно. Кто сюда впустил? Здравствуй, Андрюша. Я говорила твоей матери, что добром это не кончится. Но ведь ей хотелось стать матерью чемпиона. Вы не имеете права подходить к моему сыну. Я знаю. Надеюсь, Бог тебя за это накажет. Я здесь только для того, чтобы помочь своему внуку. Ну, в этом нет необходимости. Так, я зову охрану. Не утруждайтесь. Я уже ухожу. Андрея вы больше не увидите. Слышите? Никогда. Я вас предупреждала.